Из-за лесного пожара едва не сгорело две деревни. ЧП случилось в Сосновском районе. По информации спасателей, вблизи деревни Уревты горели березовый лес и сухая трава. Огонь подбирался и к другому населенному пункту – Шимаковка. Расстояние между огнем и избами было уже менее 100 метров. На пожар прибыли 6 автоцистерн и 20 человек личного состава. Ликвидация возгорания заняла несколько часов. Пострадавших в происшествии нет. В частном секторе Златоуста загорелась баня. Огонь едва не перекинулся на соседние строения. На тушение пожара привлекли 4 единицы техники и 14 сотрудников МЧС. А в Озерске дотла сгорел сарай. По словам очевидцев, в постройке хранились опилки и палеты. По одной из версий, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.